Раньше времени, Samsung тайком начала продажи складного смартфона Galaxy Fold. В прошлую пятницу компания Samsung начала принимать предварительные заказы на складной смартфон Galaxy Fold с гибким экраном в США по цене $1980. Первая партия была ограничена и вскоре предзаказы перестали принимать с пояснением, что спрос на смартфон оказался велик, и пользователи известят о поступлении следующей партии. Тем не менее, был обнаружен способ купить Galaxy Fold без оформления резерва и длительного ожидания. Один из разработчиков сообщества Kstadi Velopus обнаружил официальную страничку Samsung, где можно оформить покупку напрямую. Страничка позволяет выбрать операторов T-Mobile или AT&T и оплата с контрактом на 24 месяца по $82.5 в месяц. По словам источника, у операторов только по 4,5 тысячи аппаратов у каждого, то есть вся первоначальная партия для США составляет 9 тысяч устройств. Ранее T-Mobile объявил, что поставки смартфона начнутся 25 апреля. В Европе 26 апреля должны начать принимать предзаказы, а непосредственно продажи стартуют 3 мая.